Ну вот еще один попался. О, какой. Иди сюда. Вот такой. И хорошенький он. Все, мы его сейчас чуть-чуть отберем так от мусора. Того у нас уже вон так. Ну что, еще пошляюсь маленько. А тут уже дождик собирался накрапывать. Ну ё-моё, вот так вот что-то я раз взгляд бросил в сторону, а там, а тут во, во. Ну и все, еще таких три штуки, я домой пошел. И 4-5. Вон какие они. Прям караул. Ну-ка, водичка, выходи оттуда. Теперь посмотрим, целые, не целые. И переворачиваем. А он вот все, ему хана. А не, нормальный. Почти. А так, если... Почистится, не почистится. Не, не буду я его брать. Хоть он и нормальный, не, не буду. Вот этот посмотрю. Ну-ка иди сюда. Вот этот буду. А тот не буду. Все, сейчас я его очищаю и все, он в торбочку идет. Там еще один торчит. Ну что-то мне сходится, что он такой же, как и первый. Ладно, все, пошли на базу. Так, это что? Алкаш. Ну, это то же самое, тоже не буду брать. Сейчас я тут по этой траве все проложу здесь. Посмотрю, может, где-нибудь там еще что-нибудь затесалось. Это крушина, рябина, не рябина, не крушина, а как-то по-другому. Крушина же черная вроде. Все уже забывать стал. Ё-моё. Тут что-то было. В советское время и работало. Теперь не работает и нету. Одни руины. Походу тут была насосная станция. И выглядит она вот так. Сколько раз мимо проходил и внимания не обращал, что здесь может так быть красиво. Так, тут никакого колодца рядом нет, а то будет. Ого, помогите! Ого, там лесенка какая-то, а это вниз спускаться, там наверное еще ниже было, что-нибудь завалено все. Хорошее сооружение, но тут бомжи оборудовали его. Сейчас. Авария у дерева. Его, наверное, молния или от старости оно упало. Скорее всего, молния бахнула в него, раз оно загорелось. А тут что? Куда идет? Что за ямина? Не, не полезу я в нее. Как воронка какая-то.
Ну-ка заберусь я. Вот так. Фух. Высоко сижу. Далеко гляжу. Тут так вот бомжи здесь повидать. Поночевали немножко. Ложки нержавейки у них. Они другими не хавают. Что-то все побросали, свинтили. Так, а вот это что такое? Туда бы забраться еще посмотреть. Там, наверное, лесенки даже нету. Брюки, навье, классик. Сушатся. Металлолом хороший был. Двухтавровая балка. Все. Уперся я в стену. Стена плача. Стена плача. Вон какой тут кустик уже вымахал. Да уж. Да уж. Но глубина 7 метров. Метр, два, нет, вру. 5 метров точно есть. Ладно. Хорош тут выгуливаться. Все-таки надо подойти вот к этой хрещине, посмотреть, где у нее там вход наверх. Туда же как-то... тут, наверное, лесенка, наверное, вот была. Вот швеллер один, вот швеллер другой. И по нему, скорее всего, да, переходили. Да, так оно и было. Ну, это я так думаю. Яблочко, дичка. Вон сколько ее. Яблочный спас же сегодня. О-о-о! Сейчас мы отведаем яблоки. Даже не срывая. Кисленькие. А там дед бабушку привез. Она еле-еле кое-как с палочками куда-то потюктярила. Что-то заготавливают тоже. Лекарства, наверное. В аптеках все дорого. Ну ладно, что я спустился? Мне отключаться надо. А что отключаться? Пойдем. Так, пусть лежит. Так и пусть лежит. Пойду туда схожу все-таки. Любопытство не пороже. Так, ну это фигня. Я 1,72 м. И 1,72 м. 3,5 метра где-то. А тут что у нас? А тут вот так. Ну что за пирамида? И как на нее забраться? Ну, охота же залезть наверх. Надо друга сюда тащить. Пусть он туда лезет. Он альпинист, он знает. Он-то залезет, ему что-то раз-два, и он там. Ему скоро 70 лет, он как паук ползает. Раздел кого-то, бам, жарит. Ну все, они тут нехило жили, не тужили. Все разбросали.
Ну поди еще придут. Все, пойду дальше. Пойду туда, ближе к Томи. Интересный цветочек увидел. У него бабочка какая-то. Вот такой красивый. Звездочки какие-то. Вот один. Вот у него второй. Чего не улетаешь? Не хочет. Ну ладно. Попрусь в кушары. Пристанище. Пристанище. Или что там, как назвать-то? Бездомных. Вышел протоки. Но она протока, не протока, но она уже все, она не протока. Пока не протока. Она протока только весной. Когда вода разливается, здесь часть воды остается. И я здесь был уже не раз. Красиво. Зашел с обратной стороны. Я шел по тому берегу. И круг дал. Сейчас вот отсюда мы посмотрим. Вот так здесь. Островочек такой. О, две уточки, три вижу. Вон еще одна торчит из кустов башка. Зашевелились. И там он выплыл, выплывает. Но тут больше. Ути, 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 ути. Семочки кто будет? Подтягивайте. Не хотят. Сваливают. Думают, что я вру. Ну ладно, пойду грибы резать. Опять чья-то норка. Норка, норка, норка. Норка, норки. Где-то я вот тут видел грибочки. Сейчас подойду. Вот мой пакет. Вот мой крючок. Где-то вот тут я видел. Вот они. Вот они. Вот один, вот второй. Два. Это еще вот тут были. Под ногами. Вот они. Ура, скашлялся. Вон они. Вон они. И там он еще борозка есть. Вот они.
Вот так, 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 и туда. Я ж куда-то, вот там, вон там. Мелочь пузатая, пуговки, я их рвать даже не буду. Пусть растут. Вот. Вот сидит. Так. Ну-ка, в огород. Вон там еще какие-то мухоморы. Не мухоморы, а хер знает. Ну, не знаю я все-таки. Пижма. Пижма. И тут пижма. Ну все, пока. Пойду сейчас скошу. Оба она. Тут ноги будем переломать. Тут когда вода большая, тут бурлится. Все под водой, вот это все. Это все под водой. Все, пошел резать. Вот тут нашел вот такую вот канитель. Песочек выкинутый. Там трава подъеденная. Но если бы это не собаки, то кто здесь копал? Вход. Ну это собачьи следы. Собачьи следы. Ну вот тут они собачьи. Вон вход, лунка. В воде. Это ондатра, скорее всего. Для бобра это сильно маленькая. Вон она, луночка черненькая. А может быть и здесь вход есть? Ну-ка. Туда он. Ну, следа бобра не видно. Собачий вижу пока. Пока вижу только собаку. Поди собака и копала. Кто-нибудь поди натаскивает. Ну вот они собачьи. Ладно, все, пошел я дальше. У кого тут что? Тоже тут или вымоено, или раньше поди была норка. Все, забираю свой крючок и попер. Ну вот еще одно надыбал местечко. Вот так вот здесь они расположились. Сейчас я их тоже буду забирать. Все не буду, но какую-то часть я вырежу. Поехали. Ну все, вот подкосил. Запечатывать не буду, прятать не буду. Что их прятать? Кто-нибудь придет, они вырастут, он увидит и заберет их. А будут закрыты, они сгниют, кому это надо. Ладно, поперли дальше. Если вот так через лесок этот туда пройти, как раз на речку выйдешь, здесь недалеко, 5 минут ходу. Ну от силы 10. И будешь на самой реке Томи. А у меня пока здесь вот так. Здесь дедушка сейчас лазил, я после него пришел. Он, видать, не нашел, а я нашел. Вот они сидят немножко. Тополя упали. Вот. Я прям под кулемой под этой сижу. Ну а так хорошо сидит там, что она не упадет. В прошлом году они упали, видать. Или в этом. Вернее, в прошлом году они тут не лежали, они стояли. Я эту сейчас вырезаю и сваливаю домой. И на этом моя, наверное, эпопея закончится. Ну все, ребята, я набрал грибов маленько. И теперь я собираюсь домой сваливать. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Дизлайки. Да что хотите, то и делайте, мне по барабану. Но я буду рад, если подпишетесь. До свидания.
Люди рыбачат. Нету. Моют машины у пруда, а потом кричат что-то там. Поплавки не клюют. Моют у пруда. И вся грязь, конечно же, туда. И вся грязь течет, конечно же, туда. Удивленные сидят рыбаки. Да почему же не клюют да поплавки? И хочу я, россияне, вам сказать, берегите ж вы природу, вашу мать. А не то она обидится в конец. И человечеству наступит. Да, он самый. Ну вот и все грибочки, которые я насобирал. Тазичек. Как вам, бабушка, наши грибочки? Нормально. Что, сильно нормально? Да вот так вот. Ну-ка покажи как. Вот так. Закрой форточку. А что, дует? Дует, я мокрая. Мокрая? Я вроде по горам шлялся, а бабушка мокрая. Я в магазин ходила. Ковки. Ну все, пойдем заливать их. Пусть мокнут 3 дня. Вот. Груздочки помыты, побриты все. Теперь мы их вымочим 3 дня, и я их буду солить без варки. Холодное соление сделаю. Покажу как.